Привет всем, привет, привет! Ну, наконец-то мы будем немножко прокачиваться. Итак, 6 месяцев прошло, и я, как обычно, 2 раза в год сливаю все запасы. Так что давайте будем смотреть, насколько мы качнемся. Ну и, в общем, начнем накопление на следующую же майскую акцию. Поехали! Давай качаться! Давай качаться! Давай качаться! В общем, генетика, ребят. Генетика 645 тысяч у нас. Вообще охрененное количество, конечно. Тут вообще просто жесткач. Ну и если даже брать по 50, ну блин, это по 500-нику, это вообще это просто смех. Но это из-за того, что я очень слабый. Это прям реально очень слабый. Итак, база у нас 129. Здесь тоже 126. Так, давай догоним до 129. 127. 128. 129. Вот, отлично. 130. 130, давай. 132, наверное, давай, фигачим. 132, 135, 133, 135, 100, давай, 136 ровненько, 136, так, здесь 130, давай, 136. Цены, конечно, у меня смешные вообще. 650 за улучшение. 133. 135. 136. Так. Ловкость 136. Ловкость надо до 90. Посмотрим, что будет. 86, 90, и потом по 140 на каждую из этих идет. Немножко усилим. 140, 90. давай, тук-тук-тук-тук-тук. 90, так, 140. 38. Эх, эх, качаемся, эх, сливаемся. Давай, давай. Блин, накопил расходы тоже. 140. 140 на 140. 38. 39. 140, так, 65, так, сотня нужна, ну, сотня. 95 можно было бы. 95. Чуть-чуть маленечко, совсем маленько докачать. 67. 69. 70. Так, остальное на силу, чтобы потом докачивать через простую прокачку. Полностью живку просто качать. Так, отлично. 131 на 135. 140 на 142. Так, едем дальше. Итак, 8 за улучшение. 8. Ну что ж, поехали здесь дальше.
Ну тут мало будет, тут так не будет. 150, наверное, надо, да, фигачить, скорее всего. Да, 150. И потом живку будем выравнивать к 150. Талант уже качать не будем. И ну, такое себе, короче. Вот. сорок семь. О, отлично, я в тупике. сорок один, 147. Пойдешь еще, нет? 149, чуть-чуть. Чуть-чуть. 144. Здесь, да, ну да, 149 на 144. Ну давай, короче, давай до 100. Ну не смогу много. Нет, конечно, столько дзенов, сколько хотелось бы. 148. 149. Так, будет ли 150 будет? Будет, отлично. 150 и чуть-чуть на ловкость. Итак, 150 на 148. 95. Итак, в ангаре у нас 843. Вообще, ну это по мощности, ребят, чтобы вы видели. 843. Ну что ж, давайте остатки, наверное, сольем. Все знаете, что я хорошо, короче, прокачал. У нас печечка 10 теперь. И мы получаем большую скидку на прокачку за чипы. Ну, то есть, я думаю, что это будет долго. Прям конкретно долго. Не знаю, это долго кликать все. Давайте я на паузу поставлю и посмотрим. Да, 843 было. И сейчас посмотрим, что останется у нас. Ну, что-то прям немножко задолбался прям вообще. Блин, вообще просто задолбался. Просто вот, ну, вообще задолбался. Ладно, давайте посмотрим. Буквально осталось совсем чуть-чуть. Давайте добьем оставшиеся вот. Итак, было 843 тысячи. 843 тысячи, а стало раз, два, три. Миллион 29. 890, короче, 5 тысяч атака, 895 защита на Сазиде. Вообще, ну, хорошечно прокачался. Но в общей сложности, ребят, 136, 150 база, 150 здесь буду докачивать. Здесь 95, здесь 70. Ну, то есть, нормально, продолжаю двигаться в одном и том же направлении. Все, переходим постепенно в режим накопления. Будем сражаться, будем копиться. Ну, еще раз вас всех с Новым годом, потому что это видео у нас выйдет как раз после подарков. Как раз само то, именно у нас 2 числа. Ладно. Ну, а как у вас по мощности? Давайте пишите. Наверное, слабенькие все, фу, такие.